расширил свой репертуар после поездки несколько лет назад в Ливан, в Бейрут. Приглашали наших музыкантов для участия в фестивале российского кино, но для поездки в Ливан нужно одно условие. И должно быть израильской визы. Человек не должен никогда побывать в Израиле. Если, значит, таких обнаруживают в аэропорту, их, значит, местные КГБ их отправляют какие-то застенки и с ними, значит, действительно разбираются. Вот. Но среди московских музыкантов найти таких было непросто. Кроме того, в Ливане постоянно идет борьба. Там не три конфессии, сунниты, шииты и христиане. Вот, а там 14 конфессий. У всех есть свои вооруженные силы. Все они в бронежилетах, с блокпостами, обстреливают друг друга. Люди ходят с автоматами. В общем, веселая, интересная, насыщенная, яркая жизнь. Вот, поэтому музыканты московские многие не просто не хотели подвергать себя риску. Я думал, очень интересно, почему не поехать и отправиться туда. Тем более паспорт я только что поменял, наградный паспорт. И с новым, чистеньким совершенно паспортом я отправился в Ливан. И там мне, ну раз этот фестиваль совместный, российско-ливанский, то надо, чтобы играли вместе российские и ливанские музыканты. Мне вот предложили выступить вместе с диджеем из Ливана, христианином, диджей Жорж. Вот, дело в том, что христиане в Ливане, они сначала учатся французскому языку, ну, по крайней мере, в Бейруте, а арабский начинают учить позднее в своей жизни. Вот, они такие очень ориентированные. Ну, вот, христианский район Бейрут, он такой, напоминает немножко Южную Италию, Южную Францию, такой европеизированный. Ну вот, и вот он предложил такой трек, я сыграл с ним на этом мероприятии, вот, сыграл концерт на других, правда, инструментах, но и вот подумал, почему бы его не включить в программу, как такое своеобразное начало. Вот, значит, пару слов, что это за инструмент, сегодня вы услышите разные тембры на этом инструменте. Это инструмент Roland, называется фирма Roland, Roland Aerophone AE-20, такое неромантическое название. Это, по сути, духовой синтезатор, у него, видите, такая же трость и мундштук, как у кларнета или саксофона, да? Только из пластика. Вот, и также на нем нужно дуть, работать легкими, языком, губами. То есть все так же, как на саксофоне, только звук у него не выходит из раструба, да, как у саксофона, а звук передается вот через электрический провод. Вот и вся разница. Но он позволяет самому музыканту создавать звуки, программировать его, создавать определенные. Не просто разные тембры, а разные артикуляции, то есть звук по-разному реагирует. Сегодня вы услышите и духовые инструменты, и струнные, и не только. Вот, может быть, даже немножечко ударных, и шумов. И в общем, в рамках концерта я постараюсь, ну, не то просто это не рекламная акция для пропаганды этого инструмента, вот, а просто я люблю электронные духовые инструменты, я чуть-чуть пару слов расскажу чуть позднее об этом, почему, как все это начиналось, вот, шаше де фан, конечно, вот, и у меня это то ли 8-й, то ли 9-й из коллекции электронных духовых инструментов. Вот. Только Роландов у меня 5 раз. Вот. На одном из них я играю в театре Александра Калягина. Только на нем. Не играю в этом театре на саксофоне. На другом инструменте, в театре Гоголя. Вот сейчас пробую там вот этот инструмент адаптировать туда. Так что я звучу в нем мелкий, но он хороший. Может быть, сольно-концерт на нем звучал бы скучновато, но я чередую его с саксофоном. Сегодня я еще сыграю на флейте, может быть, немножечко на китайских флейтах, вот ему, да, и даже на одной флейте американских, североамериканских индейцев.
будем. Ну вот, такая маленькая вставочка. Спасибо. Thank you.
Yeah.